У Беларуси створаны один колл-центр для наркозалежных и их близких. У минулым годе по инициативе Министерства внутренних справ распрацаванный информационный ресурс «Помогут кропка БИВАЙ». Основная мета проекта – профилактика наркомании и практичная допомога наркозалежным особам. Проект створаны при непосредном уделе управления ААН по наркотиках и злочинности. Министерство охоты здоровья, громадских организаций. На сайте собрана важная информация об проблеме наркомании. Так само размещены пералик организаций, которые оказывают послуги залежным и тем, кто находится у стадии ремиссии. В рамках проекта працует один консультационный центр. Специалисты будут оказывать допомогу круглосуточно по телефону и у интернете.